В Будапеште обвинили Швецию в нападении на Венгрию. Высказывания министра иностранных дел Швеции и ее венгерским коллегой были восприняты как нападение на Венгрию. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиирта вызвал посла Швеции из-за критических замечаний шведских министров относительно страны. Об этом в четверг, 30 августа, сообщает Reuters со ссылкой на заявление венгерского ведомства. Скандал возник из-за высказывания в Твиттер министра иностранных дел Швеции Маргот Вальстрим. Она написала: «Виктор Орбан в Венгрии и Маттео Сальвини в Италии хотят создать союз против демократов и левых в Европе». Министр иностранных дел Венгрии после переговоров со шведским послом отметил, что критика проиммигрантского правительства Швеции является еще одним примером нападения на Венгрию. Маргот Вальстрим утверждает, что Виктор Орбан и Маттео Сальвини борются с демократами, то есть против демократии, что является ложью. Орбан и Сальвини были предельно ясны. Они борются с нелегальной иммиграцией, отметил Сиирта. Глава МИД Венгрии добавил, что Орбан и Сальвини представляют волю европейского народа, который не желает незаконной миграции. Как сообщалось, в феврале глава МИД Венгрии Петер Сиирта назвал главу МИД Люксембурга идиотом. Напомним, Италия пригрозила ЕС из-за ситуации с мигрантами. Рим намерен прекратить выплаты в бюджет ЕС. Новости от корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://tmicrespondent.net по материалам сайта newsgro.com.